Исследователи уверены, что власти США прячут 30-метровое НЛО в зоне С-4. Об этом сообщает The Daily Mail. С помощью программы Google Maps уфолог Скотт Уорринг обнаружил таинственную взлетно-посадочную полосу в южной части штата Невада. После этого он решил начать свое собственное расследование. В 2010 году на фотографии в интернете, сделанной в зоне С-4, он увидел загадочное строение с треугольным перекрытием и несколько ангаров возле него. Объект находится в нескольких километрах базы ВВС США «Эдвардс» или зоны 51. Информация по этому поводу, которая появляется в СМИ, носит довольно противоречивый характер. Некоторые исследователи уверены, что на базе зоны С-4 функционирует некий научный объект, где разрабатывают летательные аппараты на основе выявленных инопланетных технологий. Слова Скотта Уорринга может подтвердить еще один специалист в этой области, Стивен Бероун. В конце февраля при помощи камеры ночного видения ему удалось зафиксировать полет нескольких ярких огненных сфер. Они кружили в ночном небе над зонами 51 или С-4. Видео тогда получилось очень эффектным.